Ой, мегаверс, сука. Мегаверс. Так, тихо, не взрывай. Там что-то взрывается. Там что-то взрывает. Там какие-то картинки там бедные. Моя. Ладно, давайте. Это будет... Ну, поорём. Поорём, конечно. Ладно, давайте. Jumping between every verse, the multiverse, and ready for our universe. Drop off! First, second, third, fourth wall, we're breaking them all, unbeatable score. Our composition brings a competition, but we've already won in this universe. Pop it to cool in and wipe it to pop it to cool in and you put the cut to the pop up all the summon up and suck up the jump to meet your mother to live on the cut hope gosh you know the bone keep it down. У меня только один вопрос. А нахера было полить припев? Вы могли бы просто сделать такой байт, типа, первые нотки и такой фейдаут. И все. И не полить припев. Да ладно, хер с ним. Я закончился вот от того, как они начали читать просто. Вот. Нет. Нет. Вот это вот. А что вот это? Вот это все. Along with the gods, jumping between every verse, the multiverse, and ready for our universe. Drop off! First, second, third, fourth wall, we're breaking them all, unbeatable score. Our composition brings a competition, but we've already won in this universe. Pop it to cool in and wipe it to pop it to cool in and you put the clock to the pop all the insomnia, but suck at the jump, jump, make your mother to live on the cut, hope gosh, you know the bone, just keep it down. Я не знаю, как мне сесть просто. Чтоб не упасть. Мы сейчас с тобой еще раз пересмотрим, естественно, потому что это надо дважды и трижды пересматривать. Но по первым впечатлениям это разъеб, я извиняюсь, конечно. Так делать нельзя. Но, в принципе, я... О, господи, дать мне нормально сесть. Мне жарко стало, все. Тут прям жара. Да я смотрю. Стрим? Да. Ну и я как? Я на этом отложено ждала. Ну и... Я вообще-то там в чатике написала. Я не смотрел в чатике. Молодец. Я потому что туда. Это пожар. Это... Надевала очки. Ну, мне жарко стало, да. Так, стоп. Почему метаверс? Я по... А, топ, мега... Бля, почему я думал, что это метаверс? Это мегаверс. Ничего не понятно. Так, я забыл все, что я видел. Как мне показалось на первый взгляд, каких-то таких особых отсылок не было. И я не знаю, с чего начать просто. Что Чен Бин там опять вытворяет? Сука, я не могу просто. Как? Зачем? Вот когда... А? Когда он закончится просто, вот мне интересно. Когда у него... Когда он скажет, что...
Все, я включил. Я не знаю, почему он вырубился. Видимо, от такого перенапряжения он просто потух нахрен. Что-то я это меняю немножко это... того. Еще раз. Как он звучит, а, тварь просто. Jumping between every verse, the multiverse, and ready for our universe. Drop off! First, second, third, fourth wall. We're breaking them all. Unbeatable score. Our composition. Подожди. First. Drop off! First, second. Так, ну, я помню, что был проброс, что, возможно, это будет как бы саундтрек Дэдпулу третьему, и вот тут первая, вторая, третья, четвертая стена, мы ломаем их все. Это прям жирный намек на какой-то вот, на Дэдпул, на его ломание стены четвертой. Очень, вот очень туда это подходит, и тем более сейчас там у Марвел тоже будет это вот... Так, как я забыл название, супервселенная, как оно называется, все, я все забыл. Вы поняли, короче. Я все забыл. Between every verse, the multiverse, and ready for our universe. Drop off! First, second, third, fourth wall, we're breaking them all. Unbeatable score, our composition brings a competition, but we've already won in this universe. Pop it to cool in and wipe it to pop it to cool in and you put the cut to the pop up body, then some of the best of the jump, 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 А что если, если они такие, вот у нас была там карта, своя вселенная, своя вселенная, мы такие, а мы ее прошли, все, нам нужна теперь эти вот, как это называется, параллельные вселенные, то я все, мультивселенная, вот, у меня все отшибло нахрен. Типа мы такие, там же была какая-то карта в трейлере новая, возможно, это новая, реально будет новая вселенная, как-то они там будут пересекаться в какой-то момент, и мало своей вселенной. Но, не знаю, по клипу нету каких-то отсылочек явных, но вот этот вот кадр, тут малой на себе, это же малой, да, на себя смотрит в зеркале. И тут он такой смотрит куда-то, то есть опять какая-то двойственность в его лице продолжается. И очень похоже на Венома трек немножко, припев именно. И эти ух. А, это был Синмин. Я забыл. Аена. Я забыл слово мультивселенная. Да, думал, что это вот... Просто как бог, который сошел к нам смертным, чтобы подарить свою красоту. Пожалуйста, покажи этот кадр. Следующий, пожалуйста. Посмотрите на это идеальное лицо. Чинджин, ты мне просто сейчас как бы не попадался, ну, вначале там немножко, ну, просто... Ну вот как можно? Вот, ну вот, а теперь смотри на Хёнджина своего. Ну чуть-чуть. Ну какой? Смотри, где-то тень, все красивое лицо. Любуйся Аеном, получается. Ай, короче.
Сейчас еще почитаю чатик там. О, фриз, вот какой Веном. Вот, фриз. Точно. Так, лифт. А они поднимались на лифте? Точно, они же поднимались на лифте. Эх, элевейтор, мать его, точно. Ну, опять же, а что если? Начинается. А что если? Была... А что если нам покажут их путь тот же самый, но немножечко с другой стороны условно? Не то, как они становились собой, а, например... Хотя, опять, а как это подвести? Как тогда мира подвязать и все остальное? Не знаю. Так, что там у нас по... по чатику? Так. Это не заглавка, и это не заглавка, да. Пам-пам-пам. Выступать они с ней завтра на концерте вряд ли будут. Полить трек вот так сразу. Хотя там концерт великий, поэтому могут спалить, да. Или как это делают такие, станцуют кусочек маленький и все. Типа затравочка такая будет. Так. Сенсей микрофон, да. Ультивселенная. Как можно было забыть мультивселенная? Я же, блин, фанатик Марвел. Вот Jump Force, да, я знаю про эту игру, мне про нее сегодня напомнили, но там, да, там с разных вселенных в одном месте собрались, но тут как будто немножечко, возможно, ну опять же, нужен полный текст для понимания, о чем идет конкретно речь, наверное. Угу. Stray Kids получат благодарность премьер-министра. О, прикольно, молодцы. Голос Феликса вообще сайд-эффект напомнил. Ну, кстати, да, есть что-то такое. Вернулись в Дистрикт, но уже управляют сами. Может быть. Короче, тут вот просто смотришь на картинку, на текст, и столько теорий можно понапридумывать вот просто на ровном месте. Слышали репетицию туда с Мегаверсом? Я тоже хочу. Так, давайте еще раз. Может, я что-то провтыкал, но мне хочется просто еще. Это слишком хорошо. Вот рэп-партия здесь просто будет отменнейшая. И вот какой-то был взрыв, что-то взорвалось, чувак из игры в кальмара падает. Это типа его выкинуло из своей вселенной в какую-то другую. И они еще вот оборвали партию, то есть там что-то будет еще, это будет напихивание, наворачивание всего этого. Ой, спасибо, там будет хорошо. Straight
Megaverse. Ну, это вот что-то наравне с Get Lit будет, как мне кажется. Именно вот по дропу. Что это? Да, 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 именно Get Lit. Get Lit — это вообще самый лучший трек. Именно по дропу, что там, пеньки пошел. Мне кажется, еще в конце, ну, припев, что они все-таки не весь спалили. Мне кажется, там... Так да, да, не весь. Да-да-да. Ну, я не знаю, как его подвязать вообще. У меня есть мнение, что все, что было до этого по их вселенной, оно, ну, не, может быть, если не обнулиться, но оно как бы немножечко уйдет на задний план, и нам будут строить, возможно, новое что-то. Ну, если там будет новая карта, но вряд ли это как-то будет продолжать. Ну, я не знаю. А вообще, а может быть, нас вводят в заблуждение, и Мегаверс, мультивселенная — это просто отвод глаз для чего-то более масштабного? И это реально трек для, как для саундтрека для Дэдпула? Его такие просто, мы вам его кидаем, слушайте. Фиг знает, фиг знает. Их клоны все равно остаются. Ну, я не знаю. Тут можно столько всего понапридумать. В любом случае, Unveil охрененный просто. Бля, я не знаю.